откуда идет 12-й? С черного цвета. Не остановка. Мост Преображенского откуда идет? Вижу по стрелке на мосту. Идет, идет в сторону Хортицы. В сторону Хортицы, крупная остановка, черный цвет. Идет в сторону Хортицы, со стороны Тюленина. Я здесь мист. Пишу. Вы принимаете информацию по Кутляне? 201, давай в помощь, 201. С вами идем. 102, Драгуз. 102, движется по мосту Преображенского на Хортицу Q5, 5, черного цвета, не остановка. Драгун 12. 102. Перекройте арочный и второй мост Преображенского, выставьте наряды и закройте Хордицу. 702, вы встанете на мосту. А пацанки там шут. Иду за ним, богами встанемся. Все, уходит, не остановка. Драгун, 102, поехал перекрывать. Поехал. Так, Дима, подожди, дай я на порядок там навижу хоть. Второй, где находитесь? Да. Ты как-то лично соблюдаю, это же свет выключил, идет без света. По преследованию автомобиля соблюдаем меры личной безопасности. Уже на мосту приобрел! На мосту! Давайте на мосту, уже проходит арочный! Это типа, вы поехали под арочный мост? На арочный. Ну вот, видишь, польская регистрация, все. Так что бляхеров надо нафиг. Где потеряли? Потеряли его на арочный мост, он заехал на правую. В какую сторону повернул, неизвестно. Q7, черный цвет, госномер, РП польский. Я спросил арочный мост перекрыть, никто не доехал, что или нет? На карьер не сворачивает его?
Давайте. В общем, ушел. И на польской регистрации по номерам они считай, нет номеров.